Вы путаете частную собственность на средства производства с товарами широкого потребления. Плюс мелкий бизнес подразумевает товарную экономику, а не социалистический способ производства. Дорогой товарищ Стан, есть куча людей, которые никогда, никогда, никогда не пойдут на работу на завод. Они не хотят, не будут и не могут. Есть люди, которые по жизни мелкие барыги. Плюс люди, которые занимаются какой-то мелкой фигней, которые что-то там режут, клеют там, мелкотоварное производство, и хрен бы с ними. Не надо этих людей загонять на какое-то производство. Это индивидуалы, они хотят быть индивидуалами и будут индивидуалами. Они хотят свое маленькое, но свое. А есть люди, большинство, которые хотят копать от забора до обеда. И ни за что не париться и ничем не заниматься. И это тоже их право. И такие люди тоже должны быть. Все люди разные. Не надо подкидывать людей под одну гребенку. Что же касается всей этой пурги, то я получила 5 баллов автоматом у Миши Глазунова, который перевел, блин, капитал с немецкого. И нашел там купюры, которые были вырезаны советской пропагандой. И я у этого человека получила 5 баллов автоматом по политэкономии капитализма. Так что не надо меня лечить. В чем я шарю, так это в этом.